должна освободиться, и нам еще вот тут вот 10 километров вдоль озера двигаться. На той стороне находится Канада. Город Форт Эйри. Приходится. Сабарбы баффольские. Причем я так полагаю, что это достаточно богатые. Достаточно богатая сабарбия. Потому что она... эта улица заканчивается озером. Но стандартные нью-йоркские сабарбы такие, значит, особо земли нету. Особо земли нет, все стоят впритык друг к другу. Видите, маячок, и дым идет от гриля. Это уже озеро. Клеямина. Комарья, ой. Невада парк называется. Thank you.
255 миль пройдено. Движемся дальше. Доедем, припаркуемся. Вот паркинг явно, а вот водопад. Тут какие-то пороги. Это еще не водопад. Это еще не водопад. Парковаться слева. А как туда попасть? На паркинг. А, туда надо было заехать. Это я тормознул. Мостик за деньги.
уже на канадской стороне. Вот тот мостик, на который за деньги. Вон водопад вот оттуда я снимал. Вот водопад. Вон продолжение водопада. Туда вот люди ездят, видите? Камни сюда не ездят. Туда можно спуститься. И все обычно смотрят именно оттуда. Оттуда. Все, кто там стоит, там все мокрое, туда летит вся вода. Вот город. Всякие казино и другая развлекуха. Так мы на Ниагара Фоллс с канадской стороны. Тут такой город-праздник. Дико тяжело со скоростями. Со скоростями разбираться, что тут и куда. То есть, когда еще там 100, еще ладно, это понятно, что 60. Вот когда начинается там 40 или 50, это очень сложно. 40 или 50, это уже очень сложно ориентироваться. Тут, например, 40. А 40 это примерно 27 миль.
Городок очень симпатичный. Вот сейчас 60 будет. Это уже 40. Городок очень симпатичный. Да, вам прям в глаза светит, да? Так как-то... Ничего не вина. Короче, с американской стороны жуткая картина. С канадской стороны очень неплохо. Я не заправлялся. В Нью-Йорке у меня еще есть топливо, но надо заправиться будет. Телефон, естественно, не ловит. Как нету плана. О, как вам солнце в глаза-то, а?